В Брянской области этим летом будет работать 69 лагерей. Два из них – загородных – Искорка и Орленок. В первую очередь, каждый лагерь должен обеспечить полную безопасность пребывания детей. Этому вопросу в ходе совещания было уделено особое внимание. Об итогах проведения проверок отчитались представители МЧС, городской власти и полиции. Начальник управления образования Брянской городской администрации Сергей Брюлев обратил особое внимание на охрану территории, заверив, что все учреждения готовились к летнему сезону основательно. Все лагеря оборудованы тревожной кнопкой. Более того, с воспитателями будут проведены тематические занятия. Те учреждения, в которых еще остались недоработки, выявленные в ходе комиссионных проверок и связанные с антитеррористической и противопожарной защищенностью объектов, будут устранены до 1 июня. Екатерина Зойдина, события, Брянск.